Привет всем, с вами Норд, и мы начинаем прохождение игры Very Little Nightmares. Игра предназначена для мобильных устройств. Так, я где-то прочитал, что эта девочка вот эта, это не шестая. То есть это просто какая-то девочка в желтом плаще. И так как я прошел пока что только вторую часть. Ну что? То во вторую часть мы находим этот плащ. И он таки является... Шестая находит этот плащ. Он является вот этим плащом и вот этой девочки. Как бы отдельно есть история. Коснитесь дважды, чтобы бежать. Это некий приквел ко второй части, что ли? Убежал. Нам несколько раз надо вверх-вниз подняться, спуститься. Теперь нам вниз надо. Выход. Так, а что-то упало. Бежать, наверное, не надо. Вот этот глаз. Нельзя бежать. Какого-то ребенка забрали. Thank you.
заметил. Понятно. Я думал, нас поймает только если мы спустимся. Тогда не двигаемся. И ничего не говорим. Помощник или так, нам надо туда. Понятно. Здесь надо успеть. Если нас поймают, мы замрем, превратимся в какой-то камень, окаменеем. Не знаю, зачем это. Так, ты вообще случайно нажал. Так, надо как-то пробраться к ней. Шкатулки. По идее, тут. А вот так вот. Я сразу наверх нажал, он не полезла. Так, две собрали. Но мы не будем все прямо искать их собирать. Это я случайно заметил. Точнее, я не заметил, а просто нажал, она полезла. Не толкает. А, ну мы, наверное, включили вот это вот. То есть там питание подали. У нас тут кнопка работает. Смотреть. Ну да, как-то так. Здесь автосохранение хорошее, прям рядом. Не надо весь уровень проходить сначала.
там наверх надо забраться. Так мы успеем. Так, мы не успели. Либо... Так, опять нажимать. Надо было, наверное, наверх пройти, оттуда спуститься, наоборот. Как так? Чуть-чуть же осталось. Так, опять нажимать. Не, он уже опущен. Хорошо. Могла и добежать. Наверное, на что-нибудь наткнемся. Так, хорошо. Наверное, сейчас должны его подвести. Да. Теперь спрыгнуть на него сверху. Возможно. Нет. Значит, наоборот. Ай-яй-яй. Thank you.
непонятно. Зачем это все? А, может, это должно... Надо еще покрутить. Допустим. Вниз не прыгает. Может быть, туда надо что-то закинуть наверх. Так, потайник. Из 18. Так, тут заперто. Хорошо, тогда надо его отвлечь сначала. Мы тоже, мы ведь прошли. Мы его не отвлекли. Тогда мы его сейчас отвлечем, он поедет в объезд. Мы проскочим. Но она будет туда идти. Там нам не пролезть. Ты что? По-моему, это было очевидно, что он упал. Он не дотянул. Так, понятно.
То есть он дотянется. Так, я не успею спуститься. Так, у нас хвостик падает. Может, тут падать надо? Или он сейчас попробует пару раз и уедет. Он же нас не видит. Пару раз попробовал, успокоился. Как неожиданно. Трескается пол. Там сейф есть. Туда мы просто упадем. Зачем это? Это понятно. Это походу просто так. Сейчас мы не откроем. Сначала надо отсюда толкнуть. И то не так. Не знаю, зачем это было сделано. Так, к дверям нам не подойти. К ручке. Еще что-нибудь есть. Тогда пока непонятно, на него не нажимается. Провалиться. Так, это что? Ага, все понятно, их надо три штуки найти. Или нет? Вот так вот.
тут сейф. Здесь еще сначала что-то сделать вверху. Вроде нет. Sorry. Летает. Было тяжело. Там кто-то есть? Я не думал, что она спрыгнет. Зачем она спрыгнула? Тогда сначала отключим электричество. Так, у нас ручка там опять. Надо сначала нажать. Переключить электричество.
Ботинок. Понятно, тут надо ждать. Ну, ты же перестал. Что за приколы? Ну, два раза подряд. Это один. Зачем мы вернулись? Надо что-то сюда кинуть. Может, ботинок надо было с собой забрать? Да. Больше не берет. Успеем. Или должно успеть. А, успел. Фирменным подкатом. Я так понимаю, зажечь надо. Потухло. Так, а нам, наверное, надо везде поджечь. Или наоборот, теперь лампу с собой взять. Так, лампу не взять, но мы, наверное, можем от нее зажечь спичку. Успели. Здесь, наверное, идет не на время, а на количество ходов клеток. Надеюсь, больше не надо.
Шкатулка. Так, как нам забрать шкатулку сначала? Сможешь здесь залезть? Нажать эту. Ну, понятно. Кто-то есть. Так, два нажали. Два. Конечно, надо все зажечь. Это каротит нас сейчас, может, убьет. Убил. Так, хорошо. Получается, тут у нас что? Понятно, куда они уходят. Нам надо сделать-то. Вроде выключены все. Так, раз-два. Раз-два. Они будут сверху, наверное, загораться, нет. Сверху не загораются. Так, вот сейчас перестало коротить. Мы сделали, я без понятия. Здесь уходят две сюда и все. Мы только вторую использовали, которая идет. Куда она идет? Сюда и наверх. Четвертый. А это идет к первой. Первая и четвертая. Мы именно так без понятия. Так, теперь можно нажимать на остальные. Давай, подъем. Так, он должен нам где-нибудь помочь, наверное.
Здесь он должен помочь. Хотя они обычно не помогают. Теперь надо этим, наверное, ее оттолкнуть. Она зацепилась. Только она не зацепилась. Так, ладно, надо посмотреть, что еще с той стороны. Тогда пока сделаем вот так. Чего так близко? Так, и зацепим сами. А обратно мне уже не пойти тогда получается. По идее, как-то к себе, наверное. А, либо перевернуть, поставить сюда. Пока непонятно зачем. Понятно.
Теперь понятно, зачем все это было сделано. Так, куда нам потом? Такое бывает. Так, а здесь слева, наверное, у нас какая-нибудь шкатулка. Понятно, все с той стороны делается. Что это нам даст вообще? Это мы уже... А нет, наверх мы можем. Прется сюда, наверх. Здесь еще что-нибудь есть. Так, здесь можно наверх забираться, да? Конец. Значит, надо одну скинуть вниз. Так, хорошо, толкаем наверх. Вниз, наверное. Так, нам надо сюда ее пропихнуть. Вверх. В эту. Несколько раз придется побегать. Так. Так, это нам теперь не отпихнуть. А, мы можем эту вниз толкнуть. Вот туда пройдем. Повернуть. Так, теперь обратно. Посмотрим, что это нам даст. А, нам не подойти было. Хорошо, теперь нам надо как-то, чтобы нас не прибило. Сейчас вправо. Центр падает. Он все равно попал. Thank you.
Тут не успеть. Слишком быстро. Двоих. До этого еще не дошли. Какая-то схема. Так, как бы ее запомнить? Наверное, вряд, да, будем запоминать. 2-1-3-3-1. Правильно, 2-1-3-3-1. Видите, почему-то ничего не делается. Здесь ей не допрыгнуть. А, наверное, отходить нельзя. 2-1. Так не получится. 3-3-1. Сейчас получилось. Странно. Сможем с помощью нее. Дверь нам тоже не открыть с помощью нее. Куда нам ее? Обратно. Давай я тебя скину.
тоже нету. Так, ну либо коробку, либо того. Того. Коробку. Понимаю, надо вернуть. Мы уже не вернем проволоку. Значит, либо нужна новая. Была новая. Он уходит на улицу. Куда-то в окно. Так, а залезть мы можем? А, мы можем залезть. Значит, надо было просто вот эту красную подождать. Вот здесь. Галстук или что там было? Так, это не совсем то. Теперь надо как-то туда забраться. Надо было спрыгнуть сверху. Наверх. Так, сюда я тоже пока не понимаю, зачем залезать. Я немножко подсмотрел.
типа долго голову не ломать тут. Казалось, все намного проще. Помешаю. Понятно. Произойдет. Нет, теперь надо прятаться. Так, как нам быстро спрятаться? Сначала надо положить. Видимо, так. Так, мы можем забраться наверх. Зачем-то. Ключ. Ключ был там, где... Где утюг? Так, интересно. Мне стало интересно, как он еще может нас убить. Если мы здесь встанем. Тоже прибьет. Значит, надо спрыгнуть сюда. Там, где одежда. Скорее всего. Не совсем. То есть он может меня убить любыми способами.
Значит, нажимаем, ждем, пока он туда доходит. Теперь можем вылезти. Наверное, перебраться. А, либо так. Так, теперь он сейчас, наверное, вернется. Кстати, наверх куда-то можно. Там проход у нас. Нам же ключ не поставить. Куда-то ушел. Так, мы не успеем. Это надо успеть спрятаться. По идее, поверху, наверное, надо будет пройти. Поверху мы не пройдем. Тем более с ключом. Да нам тоже не спрятаться. Такой злой. Так, нам надо прятаться вот в эти. Так, проходит. А, здесь не включено. Толку, наверное, от этого не будет. Сначала включить. Я пока не знаю, какие надо перекрывать. Посмотрим.
Первую не обязательно перекрывать. Третью вроде как обязательно. Должна быть на четверке. Ну, если считать, раз, два, три, четыре. Так, это тоже. Смотрим дальше тогда. Так, либо сюда опять же не видно. Либо надо перекрывать первую. Ну, это, в принципе, наверное, последний вариант. Перекрыть первую, там что-то запустится, что вот эти две будут по чуть-чуть. Маленькое давление. Скинем отвертку. Так, да, теперь какая у нас идет? Нижняя. Так. Нам отвертка. Пока непонятно. Его надо отпугнуть тогда, получается, прежде чем нажать. Так, вторая. Нашего медиума. Так, не успеем. Не успеем. Успели. Хотя, по идее, должны успеть. Какие там еще варианты? Там есть еще четвертая куда-то идет. Четвертая сюда. Не, значит, все правильно. Вторая. Просто мы не успели. Падение. Так, что у нас тут? Кнопка. Видишь, кнопку нажимай. Сначала надо включить. Закрыто.
вам не залезть, здесь сам не залезть, это нам, наверное, нажать. Это мы взяли. Нам еще надо полазить. Наш помощник будущий. Так, вот теперь почему-то пошла. Так, поднись, наверное, ящик надо пихнуть. Значит, надо как-то успеть. Так, это нам просто спуститься. Теперь в идеале надо что-то, наверное, на кнопку нажать. Что-нибудь положить. А у нас что-то падало здесь. Игрушка. Есть мячик, кубик. Так, если вернуться. Там ничего нету. Надо что-то поставить на кнопку. А, либо на него встать же можно. Да, то есть он нам нужен вот здесь. Толкаем, что-нибудь придется. Нет. Он боем прыгает. Я к вам туда не могу. Да, перекрываем чем-то. Что он там делал? Опять возвращаться. Так, хорошо, у нас есть шарик. Thank you.
Запрыгну с ним. Зачем нам шарик? Пока не ясно. Уже четверо. Пока ничего не нажимается. Здесь почти не было. Так, теперь нам надо включить воду. Так, еще можно наверх куда-то забраться. Кто там наверху? Горшок. Либо сначала надо воду было включить, потом сюда залезать. Так, тут надо парочку повернуть. Либо все, либо наоборот, здесь показано, все вниз должны быть. Возможно. Пока ничего не происходит. Тогда сначала включим воду. Подсказки пойдут. Эти все вверх. Вода распространяется на ту комнату. Иди, должна. Так, да. Мне тогда пока непонятно, что с ним делать. Сколько вас надо? Пятеро. Это мало. Так, ну здесь картины все, в принципе, наверх. То есть правильно расположены. Да, мне не запрыгнуть.
пускай все верпают. Это надо тоже перевернуть. Ага. Это не переворачивается. Ладно. В общем, догадки были верны, но я просто не знал, что нужно тоже можно открывать. Подобраться к ней. Надо было наоборот сначала все вниз перевернуть. Как мы и делали. Как пример. А теперь надо спуститься и нажать ту. И скорее всего это уже последний. Ровно. Нет, не все. Так, ладно, где у нас еще может быть. Так, ну, по идее, все. Нам надо просто здесь стоять. Нет. Нет. Прыгает шестеро. И не так. Пришлось подсмотреть. Оказывается, то, что я не заметил. Спускаться надо по вот этой вот трубе. Вот у нас последний. Что у нас тут? Чего не двигается? Прыгнуть куда-нибудь. А, ты по стенке полезешь.
здесь. А, по вот этим. Почему? Здесь полез. Ладно. Культурно. Я думал, она автоматически берет время. Прыжка. То же самое. Не получается так. Так, а как мне ту раскачать? По идее все правильно, просто она должна допрыгнуть. Может, мне нажать надо будет на нее еще раз, два раза? Нет. Посмотрим. Так, надо просто ловить момент. Вот сейчас получилось сразу. Смотрит кино. А, здесь передача. Класс. Все бунтуется. Нет. Спасибо за чай. Так, наверное, надо выключить, чтобы приманить этого медиума. А самим надо делать вид, что мы тоже кукла. Нет. Я думаю, так. Совсем так, а нет, все правильно, дверь открыть. Зачем толкнули? Закрыли дверь, чтобы по ней прятаться можно. Допустим, попробуем еще раз отключить. Второй раз уже нельзя.
же ее зачем-то двигали. Второй раз могли отключить. Ладно, глянем, как все просто оказывается. Надо просто было наступить именно сюда. Что у нас тут дальше? Пьет чай. Что такое там наверху, что-то есть. Нам пока туда не добраться. Вот надо с этим делать. Два раза, может. Либо в другую сторону. Угу. Два раза слева направо. Сюда. Спасали.
И снова здрасте. Он очень резко заходит всегда. Так, сейчас не заходит, сейчас ему не надо. Я к тебе пойду. Спрятаться можешь куда-нибудь. Точнее, от всего. Интересно. Короткие ручки. Кулаки. Окей. Еще и за нами идешь. Это все по новой. Чекпоинт есть. Тебе не везет. Так, кто-то ее прибил. И может ей помочь должны, нет? Мы вернулись оттуда, откуда начинали. Хотя она вначале просто видела было.
кинули. Тебе удобно? Давай тоже переворачивайся. Уж так удобно. Голуби вообще. А нет. Поняли, в чем дело? А я думал, только нам не везет. Тебе бы помочь, да как? У нас у самих проблем. Ладно. Сочувствую. То есть нам все-таки нужна помощь девочке. Давайте помогу. Тут, скорее всего, да. Помогли девочке. Теперь девочка поможет нам. Давай прямо на нас. Что ж, на этом все. Благодарю всех за просмотр. С вами был Норд.